Всем большой привет! Сегодня речь пойдет о том, как быстро удалить косточку из сливы. Чтобы не пропускать новые лайфхаки и рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Раньше я всегда удаляла косточки из слив с помощью ножа. Просто разрезала сливу пополам, слегка прокручивала в разные стороны и вынимала косточку. Но с недавних пор открыла для себя более быстрый способ. Теперь беру обычную шариковую ручку, извлекаю из нее стержень, основание хорошо промываю и приступаю к работе. Вставляю ручку в ямку, где была плодоножка, слегка надавливаю, и косточка легко и просто выходит из сливы. При этом сам плод остается практически целым. Таким нехитрым приспособлением можно очистить от косточек большое количество слив за очень короткое время. Быстро, просто и удобно. Если вам понравился мой метод удаления косточки из сливы, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Делитесь в комментариях своими способами очистки слив от косточек. Всегда интересно узнать и попробовать что-то новое. Буду очень благодарна за ваши бесценные советы. Всем мира и добра!